Сегодня мы посетим уникальное культовое место Древнего Египта, которое расположено в Саккарском некрополе. Здесь находятся погребальные комплексы первых династий, пирамиды, в том числе и самая первая, и множество разнообразных гробниц. Поэтому неудивительно, что именно в Саккаре появилась подземная галерея с погребенными в саркофагах быками. Серапеум – греческое название религиозного сооружения, посвященного эллинистическому богу Серапису, который соединял в себе черты Осириса и Аписа в образе человека. Птолемей I соединил греческих богов с традиционными египетскими культами быка Аписа и Осириса. Так появился новый бог Серапис. Тем самым Птолемей стремился укрепить политическое и культурное единство страны. Существовало несколько таких центров, каждый из которых назывался Серапеум, но самый известный находится в Саккаре. Это уникальный памятник Древнего Египта, место упокоения священных быков в специально изготовленных массивных саркофагах из гранита, диорита и других пород камня. Некрополь был обнаружен в середине 19 века французским египтологом Огюстом Мариеттом, который в дальнейшем провел раскопки большей части комплекса. Руководствуясь текстом Страбона и археологическими данными, Мариетт искал Серапеум, зная, что на территории Саккарского некрополя в древности к нему вела аллея сфинксов. И найдя первого, он понял, что на верном пути. Дальнейшие раскопки привели в огромное подземелье с гигантскими каменными саркофагами. Это стало великим открытием в археологии. Во время раскопок Мариетт обнаружил несколько тысяч артефактов, среди которых сотни стел, прославляющих быков, что говорит о великом почитании этих священных животных. Также были найдены статуи греческих поэтов и философов. В знак признания выдающихся заслуг Мариетт был похоронен согласно завещанию в саду созданного им музея. Рядом с могилой были установлены памятник в виде стилизованного саркофага из мрамора и бронзовая статуя, которая напоминает о железной воле ученого по сохранению египетских артефактов. Впоследствии это место стало мемориалом великих египтологов, в числе которых находится и наш соотечественник Владимир Голенищев, признанный авторитет, один из основателей Каирской и Российской египтологических школ. Вокруг Серапеума разрослись мифы, которые сводятся к тому, что саркофаги никак не могут принадлежать древним египтянам. Ведь нет таких орудий, которыми примитивные люди могли обрабатывать твердые породы камня. Или же эти инструменты превосходили все наши современные технологии. Плодятся сказки вроде таких, что на самом деле никто из ученых не знает, кто и зачем создал эти гигантские саркофаги. Кто-то вещает, что эти короба стояли тут и до мифического потопа, а то и со времен, когда здесь был мировой океан. Еще легенды гласят, что саркофаги имеют идеальные грани и углы, которые без станков с ЧПУ не сделать, что ни один современный производитель не взялся бы за изготовление подобного артефакта. И как обычно, у таких фантастов нет ни единого доказательства, и все теории строятся только на том, что древние люди ничего не могли и ничего не умели, кроме одного – присваивать себе чужое. Такие мифы напрочь отрицают тот факт, что у жителей долины Нила была мощная религиозная система. Мол, что бы историки ни нашли, они сразу спишут все на религию. А влияние культов на мировоззрение древнего египтянина и на развитие архитектуры я рассказывал в других фильмах. Тогда становится более осмысленным возведение культовых монументальных сооружений и создание артефактов, малопонятных для современного человека. Многие недооценивают силу культа и религии. Религиозная система стала основополагающим фактором во всей египетской истории. Религия была их наукой и их прогрессом. Мощная идеология породила множество божеств, которым служили и поклонялись египтяне, двигала массами в нужном направлении, развивая многочисленные сферы жизни. За тысячу лет до Серапеума египтяне строили пирамиды, возводили храмы и изготавливали саркофаги. Уже в период Древнего Царства у государства были все возможности для грандиозных строек, которые их прославили в вечности. Поэтому спустя тысячи лет мы видим храмы, пирамиды, обелиски, статуи, и они нам кажутся чем-то фантастическим. Архитектура – идеальное средство для воплощения религиозной мощи в древнем мире.
Итак, на момент создания некрополя быков с огромными саркофагами у египтян было все, что для этого нужно. Сильнейшая идеология и умение обращаться с камнем. Со времен раннего царства начинается распространение культа священного быка Аписа. В это время он почитался как бог плодородия, приносящий изобилие и богатство. Затем Аписа стали олицетворять душой бога Птаха, покровителя Мемфиса, и он стал считаться символом фараона. Одновременно появился культ быка Мневиса, который почитался в Гелиополе как живое воплощение верховного солнечного божества Ра. Их изображения очень похожи, поэтому их легко спутать. Апис был посвящен и Осирису, являлся его одухотворенным изображением, и после смерти бык отождествлялся с царем загробного мира. Божество должно было существовать в теле реально существующего быка, а после его смерти переселялось в тело нового. Когда умирал бык, символизировавший Аписа, жрецы отправлялись на поиски нового. Апис должен был быть черным со светлыми отметинами. Найденную кандидатуру доставляли в святилище, где откармливали в течение какого-то времени, подготавливая к службе. Апис был оракулом, ему приписывались пророческие силы по поводу ежегодного обновления воды в Ниле, и именно с этим были связаны празднества и культы, где он был ключевой фигурой. Как писали историки, Апису поклоняются подобно богам, и его прилюдно показывают всем египтянам. Святилище быка Аписа располагалось в Мемфисе недалеко от храма Птаха. На территории находился бальзамировочный комплекс, где умершие быки подготавливались к погребению. В процессе бальзамирования после изъятия внутренних органов, которые помещались в канопы, обработанные натроном останки быка укладывали на колени, пеленали священным полотном, рога золотили, а на голову надевали золоченую погребальную маску, после чего процессия отправлялась в Серапеум, где быка и хоронили. Геродот и разные историки писали, что Камбис II, сын Кира Великого, персидский царь из династии Ахеменидов, с презрением относился к египетским верованиям, разрушал храмы и осквернял святыни. Однажды, застав египтян, празднующих явление нового Аписа, он пришел в ярость, устроил казни и порки, а священного быка заколол кинжалом. Жрецы втайне от Камбиса предали тело Аписа погребению. Однако эти сведения историки черпали из греческих источников, которые были настроены против персов, давних своих врагов. Археологические данные говорят, что Апис был предан земле в полном соответствии с ритуалами, обязательными при погребении божественных существ. Стелы свидетельствуют о торжественном официальном, а не о тайном погребении Аписа и показывают Камбиса коленопреклоненным перед священным быком. Религия требует поклонения, устрашения, величия. Ради культов строятся храмы и святилища. Мы же понимаем, что нет никаких чудес, законы физики не нарушаются, а значит, божества вымышленные. Но разве это кого-нибудь останавливало? Религия не только диктует и управляет, она приносит свой профит. И для той эпохи это вполне нормально. Священные быки огромных размеров, а значит, нужны были и соответствующие саркофаги, которые изготавливали по приказу разных царей на протяжении многих веков. К сожалению, мы знаем немногих, кто оставил свой автограф в камне. Лишь на двух саркофагах есть имена царей Хнумибра Яхмоса II, он же Амасис из Саисской династии, и Хабабаша из 31 династии. Хаймуас – один из наиболее известных сыновей фараона Рамзеса II и царицы Исит-Нофрет, наследник престола. Порвав с военной карьерой, в юношестве он стал служителем бога Птаха и вскоре верховным жрецом. Под его началом сооружались Рамесеум, гипостильный зал в Карнакском комплексе, большой храм Птаха в Мемфисе и столица фараона Пер-Рамсес. Хаймуас отвечал за проведение церемоний Хепсет, занимался установкой памятных стел. Он проводил реставрации и обновления храмовых комплексов святыни царских усыпальниц, в том числе мастабы Шепсескафа и пирамид Пятой династии.
изучал настенные надписи, составлял каталоги царских и храмовых библиотек. За такие работы по восстановлению памятников древних фараонов и знати Хаймуаса иногда называют первым египтологом и археологом. Одна надпись гласит, что все эти действия были мотивированы стремлением отдать честь усопшим предшественникам. После смерти быка Аписа Хаймуас распорядился похоронить священное животное в усыпальнице предыдущего быка. Обычно каждого погребали в отдельной могиле в деревянном саркофаге, и самое древнейшее захоронение относится к правлению Аменхотепа III. Оно впоследствии здесь было возведено общее захоронение быков, известное нам как Серапеум, и после того, как впервые поместили саркофаг с мумией Аписа, эта традиция не прерывалась на протяжении многих веков. До того, как царь Амасис II распорядился изваять каменный саркофаг, 7 столетий всех быков хоронили в деревянных. Хаймуаса после смерти его родного брата официально объявили наследником престола, но через 5 лет он скончался, и тогда назначили Мерне-Птаха, который после смерти Рамсеса Великого и взошел на престол. Как верховный жрец Мемфиса, Хаймуас должен был быть похоронен в Сакаре или Гизе, но в усыпальнице, где были обнаружены мумии сыновей Рамзеса II, тела Хаймуаса не было. Может быть, египетского царевича можно было отождествить с мумией мужчины средних лет, найденной в Серапеуме, но вероятность такого, как считают египтологи, очень невелика. Хаймуас, который основал Серапеум, оставил после себя память как о великом мудреце и чародее. Посетитель Серапеума, а это был не простой смертный, а жрец, писец, влиятельный чиновник, иностранный посол или иной государственный деятель, одновременно испытывал и страх, и благоговение, и восторг, и трепет. Он был горд, что находится в таком таинственном и мрачном месте. По структуре святилище похоже именно на галерею. Саркофаги вниз никто не опускал, проходы в галереях были наращены в высоту. Смотреть на огромный каменный гроб снизу куда более трепетно. Видна его мощь и ощущение, что ты по сравнению с ним просто муравей. С другой же стороны, обзор с высокой площадки позволял увидеть полную картину каждой ниши, где в каменном монолите покоился Апис в окружении стел, статуй, амулетов и подношений. Поэтому спуск к самому саркофагу, скорее всего, подразумевался уже в те далекие времена. Таким образом, Серапеум предназначался не только для погребения священных быков, но и для неоднократного посещения. Вполне допускаю, что такого могло и не быть, это всего лишь версия. Чтобы попасть в Серапеум, надо доехать до Сакарского некрополя, купить отдельный билет, а потом от пирамиды Джосера пешком дойти до входа в подземные галереи. Оказавшись в мрачных и прохладных помещениях, постепенно привыкаешь к полумраку, и перед взором предстают огромные каменные саркофаги, которые мы сейчас и осмотрим. Серапеум состоит из 3 частей. Западное – основное крыло, куда заходим по билету. Восточное – закрытая для туристов часть, но нам удалось ее посетить. И северное крыло, которое находится в руинах. Туда доступ закрыт, и там ведутся археологические работы. И в этом крыле помещения грубо обработаны. Каждая ниша была заложена кладкой, где были найдены деревянные саркофаги и останки почти 3 десятка аписов. На данный момент в исследованных галереях, где предусмотрено 3 десятка ниш, некоторые из которых сейчас пустые, располагаются 24 монолитных саркофага, 2 из них без крышки, но 2 отдельно лежащие крышки находятся у самого начала галерей. У некоторых на стенках есть орнамент и тексты. На многих пожирателях тел есть сколы, некоторые повреждены более чем серьезно. Первый каменный саркофаг был изготовлен по приказу Амасиса, и, видимо, с этого начался второй период Серапеума. Если в первом, начиная с Аменхотепа III, быков хоронили в деревянных гробах, и гробница запечатывалась, то теперь же аписы были удостоены саркофагов из разных пород камня. А некрополь священных животных, возможно, превратился в галерею для избранных посетителей.
Теперь пройдемся кратко по каждому саркофагу. У самого входа лежит огромная крышка, может быть именно от саркофага Амасиса, который находится рядом. Он внушительных размеров с орнаментом и текстами на своих стенках, которые хорошо обработаны, но не полированы. Внутренние углы немного округлены, впрочем, как и у многих каменных монолитов. Третий объект – саркофаг из серого гранита, стенки которого не обработаны. Был создан, вероятно, во время правления ахеменидского царя Дария I. Саркофаг времен правителей из 31-й династии Хабабаша исполнен достаточно хорошо. Он расположен в длинном коридоре, в котором, скорее всего, предполагалось еще захоронение. Его крышка была найдена отдельно от саркофага. В отличие от остальных, в этом наблюдается паз, проходящий по внутреннему периметру, а с нижней стороны крышки имеется бордюр, и в совокупности эти детали конструкции образуют замок, тем самым обеспечивая надежную фиксацию крышки. Еще два саркофага с хорошей обработкой граней, стенки одного из них внутри отполированные. Если сказано, что обработка хорошая, это не значит, что она идеальная и имеет немыслимые геометрические значения. Ежели присмотреться, видно, что поверхность достаточно кривая, есть заделанные сколы, следы грубой обработки, и это прослеживается на множестве саркофагов. Не стоит удивляться, что один монолит изящный и прекрасно обработан, а другой кривой и незавершен. Ведь на это есть множество причин. Все зависит от правителя и его вкусов, от средств, которые он выделяет, от профессионализма мастеров, от обстановки в стране, от настроений в жречестве, от религиозных приоритетов, даже от сорта камня, ну и от жизненных непредвиденных обстоятельств. Объект номер 8 выполнен из диорита. Внешняя и внутренняя поверхности хорошо отполированы. Объекты 9 и 10 – это пустующие на данный момент ниши под саркофаги. Еще один саркофаг с весьма хорошей полировкой, но со значительными изъянами на крышке. Саркофаг из диорита с прожилками из оплита. Имеет множество сколов, но тем не менее превосходно обработан и отполирован. Объект номер 13 из грана диорита с полировкой поверх множественных повреждений. Но ведь интересно, откуда появляются такие повреждения. Камень непредсказуем, имеет включение чужеродных пород – ксенолиты. При обработке породы они могут вываливаться, и от заготовки может отколоться значительный кусок. Такие места обычно пытаются сгладить и зашлифовать, что мы и видим. Подобные монолиты с похожими дефектами и обработкой. Видна ощутимая кривизна изделия. Два саркофага из сиенита порфира. Один из них хорошо обработан, внешняя полировка производилась поверх повреждений, а иероглифы и рисунки нанесены после полировки. С торца заметен сильный изъян каменной заготовки.
Объект номер 18 из диорита с необычной геометрической формой крышки. Создан в эпоху Птолемеев. У этого монолита мы видим значительный изъян, который получился из-за серьезного дефекта камня. Полировка производилась также поверх повреждений. На крышках следующих объектов 20 и 21 видны множественные дефекты, которые были зашлифованы. Саркофаг номер 22 без полировки с более массивной крышкой. Достаточно сильно поврежденный объект. Внутренняя часть отполирована, а внешняя полировка отсутствует. Обломки находятся внутри саркофага. Предполагается, что он был создан в период правления Никтонебов. Грабители не смогли сдвинуть крышку, поэтому разрушили конструкцию с торца. Саркофаг из гранита с превосходной обработкой и с хорошими углами, но без полировки граней. А для человека он достаточно просторный. Внутри никакого дискомфорта я не ощущал. Подобный, но только из серого гранита. Вы, наверное, заметили на ряде объектов такие выемки, что находятся на торцах крышек. Они предназначены для удобства фиксации рычагами при транспортировке и установке крышки. Гранитный саркофаг, который был оставлен в коридоре, имеет очень кривые формы и посредственную обработку. Внутри мы видим следы от инструмента, которым обрабатывали гранит. Этот саркофаг вряд ли пытались украсть из серапиума, есть образцы и поинтереснее. Он предназначался для хранилища Аписа в одном из помещений, но по каким-то серьезным причинам, будь то война, смена власти или передряги в жречестве, его оставили на полпути, также прервав и ритуал, связанный с погребением священного быка. Транспортировка такого саркофага занимала весьма долгое время, поэтому он и остался посреди коридора. Могу допустить, что планировалась параллельная галерея, где в дальнейшем собирались похоронить еще какое-то количество священных животных. По тем же причинам, по которым бросили саркофаг в проходе, далее не стали врубать новый коридор и помещение для аписов. Перед нами вторая крышка. Она из серого гранита и грубо обработана. Возможно, она предназначалась для незавершенного саркофага из коридора, но так и не найдя своего применения, осталась лежать в проходе у самого выхода из серапеума. В эти многочисленные ниши были вставлены стелы более позднего периода, посвященные египетскому божеству, и само место у начала галерей было своего рода святилищем, куда приносили подношения, воскуривали благовония и проводили ритуалы. В восточном крыле, которое закрыто для туристов, находится только один саркофаг из серого гранита, довольно внушительных размеров. Есть предположение, что он мог быть создан в период правления Камбиса II. Снаружи он обработан хуже, чем внутри, имеет изъяны заготовки. По периметру предусмотрен паз для фиксации крышки.
Как и остальные саркофаги, он был вскрыт. Я рассказывал в других фильмах, что после того, как погребение скверняется ворами или вандалами, содержимому уже не позавидуешь. За многие века от мумии мало чего останется, как и от многочисленных артефактов. В этом крыле имеются несколько пустых камер. В одной мы видим обломки, в другой – ниши для погребения с текстами на стенках, в других помещениях – современный строительно-ремонтный материал. Мы видим, что проход незавершенного отсека находится почти на одном уровне с полом, где стояли или должны были стоять саркофаги. Впоследствии его нарастили бы как в западной части Серапеума. Этот проход, который сейчас закрыт, и кирпичная стена за саркофагом отделяет восточный отсек от северной галереи, которая, к сожалению, подверглась сильным разрушениям и требует серьезных археологических и реставрационных работ. Может быть, восточные и северные галереи когда-нибудь откроют для посещения. Саркофаги огромных размеров внушают трепет и заставляют некоторых усомниться, что они были созданы людьми с помощью довольно простых инструментов. Но каменные монолиты имеют далеко не идеально обработанные грани и углы. На многих экземплярах существенные изъяны вы видели ранее. Какие-то монолиты Серапеума были выполнены на порядок лучше, чем другие. Это неудивительно, так как качество артефакта, будь то саркофаг, пирамида или храм, зависит от вложенных средств, требований заказчика, квалификации рабочей команды, особенностей эпохи, в которую он был создан. Напомню, что все осмотренные нами саркофаги изготавливались на протяжении нескольких веков. Внешние и внутренние грани обработаны каменными и металлическими орудиями. На многих видны характерные следы, а на некоторых – похожие на работу кайла. Именно такие следы мы часто встречаем на песчаниковых блоках сооружений и стенках карьеров. Некоторые саркофаги отполированы до блеска, но все равно видна неровная поверхность грани. Сколы, которые могли появиться во время добычи заготовки в карьере, при транспортировке или в процессе обработки, зашлифованы. Но почему саркофаг сделан так криво? Не думаю, что у мастеров было что-то не в порядке с глазомером. Скорее всего, это продиктовано особенностью каменной заготовки. Все сказанное противоречит бетонным версиям, гипотезам каменного литья и тому, что здесь были использованы технологии каких-то богов или пришельцев. Вполне себе ручной труд, причем очень тяжелый. И следы простых технологий мы видим по всему Египту на множестве артефактов. Противники примитивных древних технологий не раз говорили о том, что в твердой породе камня нельзя сделать трехгранный угол. При этом показывали обломки саркофага из недокварцита или окварцованного песчаника, которые разбросаны в Дахшурском некрополе. Кстати, вероятно, они имеют отношение к некрополю Менемхета II и царевин, гробницы которых скрыты здесь под песками. И о них я рассказывал в отдельных фильмах. Вот, к примеру, угол в одном из лучших по качеству саркофагов Серапеума. Видно, что далеко не идеальная геометрия. А вот угол, который сделала в граните примитивными инструментами скульптор Ольга Вдовина в ходе эксперимента проекта anthropogenes.ru. Он совсем не уступает по качеству древнему ни серапеумскому монолиту, ни саркофагу из Великой пирамиды. Эксперимент показал, что создание такого угла – вполне реальная задача простыми средствами, тем более у Ольги это был первый угол, а древние мастера владели навыками, накопленными за многие сотни лет. К
Кроме того, нередко можно было услышать, что углы в саркофагах идеальны и выполнены с такой точностью, что им позавидуют оптические системы. Но при замерах приборы показали далеко не идеальные значения. То есть идеального прямого угла в саркофагах нет. И это противоречит тому, что данные саркофаги выполнены с помощью технологий, которые могут посоревноваться в точности с космическими технологиями современности. Может показаться, а некоторые в это свято верят, что саркофаги нельзя было переместить внутрь галереи, так как проход слишком узкий. Что внутри Серапиума невозможно маневрировать, устанавливая монолиты на свое место. Но изначальный проход был шире, чем тот, через который сейчас попадают внутрь, и видно, что ширины вполне достаточно, чтобы протащить саркофаг. Вероятно, мог быть еще вход, например, в районе северного крыла, который сейчас находится в очень плохом состоянии. Пространство внутри Серапиума вполне позволяет маневрировать монолитами, пусть которые и весят десятки тонн. На обустройство погребения каждого Аписа уходили многие годы, этого времени было вполне достаточно. Противники достижений древних египтян приводили нелепое доказательство того, что мастера долины Нила ничего не умеют. Ведь если в наше время никто не сделал такой саркофаг с помощью примитивных технологий и даже современных, например, в ходе эксперимента, значит и египтяне этого тоже не могли. Но достаточно прикинуть смету на изготовление аналога по технологиям Древнего Египта. Там только на зарплату команде мастеров, которые будут ваять саркофаг несколько лет, уйдут миллионы рублей. Я думаю, что такие суммы лучше вложить в раскопки, в развитие археологии, нежели доказывать кому-то, что работа с камнем реальна. Да и эксперименты проекта «Антропогенез», в которых я тоже иногда принимал участие, прекрасно это показывают. Итак, мы осмотрели культовое место Древнего Египта, которое функционировало более 1000 лет. В этом святилище обретали покой священные быки, которым поклонялись даже после смерти. Мы увидели, что качество исполнения далеко от современных стандартов, но для того времени для египтян это было высшим достижением умения и усердия. Надеюсь, вы узнали что-то новое о Древнем Египте. Следите за новыми выпусками и погружайтесь в мир Древнего Египта с моей музыкой. Прогуливаясь по мрачным галереям Серапиума, прислушайтесь к тишине древности и прикоснитесь к таинствам сакральных ритуалов. Спасибо за просмотр, до встречи!